Відкрита трибуна. Хто в родині повинен приймати рішення, чоловік чи дружина? По моєму мненню, сім'я – це, во-первых, ділові отношения, тобто партнери, чоловік і жінка, мужчина і жінка повинні робити друг друга краще. Тобто не просто вот я мужчина, я главный, а я женщина, я вот такая эмоциональная и хитрая, я должна принимать решения. По мне лучше, чтобы два индивида решали вместе, какое решение будет правильным. Это самое главное. Ну, окончательное решение за мужчиной, но вместе должны решать оба. Мужчина должен принимать решение. Если мужчина принимает решение, а женщина его поддерживает, тогда идет ментальное соединение, в принципе. Они могут распределять какие-то обязанности, и это будет нормально. Но если мужчина принимает решение, и он при этом является кормильцем семьи, то женщина идет, как бы это сказать, она идет как ментальная поддержка. Тогда выходит так, что и мужчина реализовывается, и женщина реализовывается. Ну и как вы знаете, есть такая пословица: за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Лично я вот приверженец такой вот пословицы. Я вважаю, що у родині повинні приймати участь так як і чоловік, так і жінка, тому що вони є, можна так сказати, одним цілим в родині. Так що не можна виділяти когось одного. Ну, я гадаю, що вони повинні разом це приймати, любе рішення. Тому що все повинно бути спільним. Ну, може, я помиляюсь, але моя думка – чоловік. Чоловіки мають інтелект більше, ніж жінки. Відкрита трибуна.